В 2023 году Дагестан примет участие во всероссийском видеоселекторе, посвященном вопросам подготовки к борьбе с саранчой, так как это является серьезной проблемой для региона. Около трех лет правительство Республики Дагестан совместно с оперативным штабом по борьбе с саранчой и Россельхозцентром вели работы по уничтожению вредителей. Благодаря этому удалось снизить площадь их распространения и избежать объявления режима ЧС в регионе. По словам представителя ведомства, на текущий год возможная площадь распространения саранчи может достигнуть всего 29 тысяч гектаров земель. Анастасия Колесникова, Асият Умалатова, Сиражуддин Магомедов. Новости, телеканал «Среда».